Не та музыка. Извините, это не та музыка. Комедия «Обыкновенный человек» не претендует на то, чтобы доказать, что в одном человеке живут два человека, человек и поэт, и ведут между собой борьбу. Нет. Эта тема навязана силой обстоятельств, вызванных интригой, на которой основана пьеса. В то время, когда я писал эту пьесу, я претендовал лишь на то, чтобы дать нашему отечественному репертуару живую, веселую комедию. Зорка. Артистка Наташа Защипина. Я люблю поэта Дамяновича. Не только его стихи, но и его самого. Правда, я никогда его до сих пор не видала, но тем больше и нравится мне эта любовь. Ведь она необыкновенная. Дядя, артист Владимир Раутбарт. Дядя Виченти! Дядя Виченти, вы любите стихи? Какие стихи? Например, про любовь. Наверное, люблю. Прошу вас, послушайте вот это. Только знаете что? Садитесь на качели и раскачивайтесь. А я буду читать. Садитесь. А почему на качели? Не понимаете, дядя Виченти? Да. Эти стихи можно читать только на качелях. Среди зелени, паря в воздухе, не касаясь земли, ощущая всю свежесть природы. Садитесь, дядя Виченти, и представьте себе, что вы влюблены. Но ведь вы же были влюблены, не правда ли? Что делать? Откуда? Дети все знают. Не то, что я влюблен, а так, ну, в общем, я могу зажмуриться и раскачиваться. Вообразите, дядя Виченти, что вы влюблены, но не знаете ту, которую любите. Это каждый может себе вообразить. В том-то и дело, что можно, можно. Я сейчас буду читать, и вы почувствуете, как что-то теплое зашевелится в вашем сердце, в крови, в костях. Ой. Что с вами? Ой, не надо было говорить о моих костях. Я не так уж стар, а проклятый ревматизм замучил. Ну а почему вы не лечитесь? Да что лечиться? Мне уход нужен, уход. А разве мы за вами не ухаживаем? Ухаживайте, ухаживайте, я ничего не говорю. Но ведь, понимаешь, мне нужны компрессы. Мне нужны растирания. Ну вот. Вот в этом-то все и дело. Нет. Мне обязательно надо жениться. Арса, артист Борис Рунге. Ну, где ты, а? Ну, я всегда здесь. Минуту в минуту. Где? А вот ты вечно опаздываешь. Давай. Да. Давай играть. Да. Только одно условие. Да. Мы будем играть, как люди и братья. А как же мы до сих пор играли? Нет, вы... одно условие, во-первых. Да. Ты, братец, не должен поднимать шум. Да. Ты, прежде чем делать ход, такой крик поднимаешь, будто город берешь. Я всякий раз пугаюсь. Я тоже тебе условие одно поставлю. Ты перед каждым ходом по 2 часа думаешь. А потом, когда делаешь ход, так трясешься, будто вексель подписываешь. И потом ногти грызешь, и усы дергаешь, и ковыряешь. Ну, в общем, об остальном говорить не хочу. Такое утворяешь, что смотреть страшно. Ну, ладно, ладно, ладно. На. Мои белые, ладно, ходи. Ходи, ходи. Ну, Господи, поди. Вот, видишь? А я это совсем не думаю. Пожалуйста. Посмотрим, голубчик, на тебя теперь. Ну, слушай, ну, нельзя же вещать. Ну, я ему, ну, сердце ёкнет. Нельзя. Но у тебя еще не так ёкнет, когда я вот этого плутишку подвину. Так, 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 так. Задумался, да? Да. Да. Ой, пока ты думаешь, я бы газет мог прочитать. Кстати, почты не было, а? Да. Спасибо, что напомнил. Тебе письмо. На, пожалуйста. Письмо. Так. Это не я. Интересно. Что же она мне пишет? Она написала: уважаемый господин, не знаю, как передать вам известие, очень
тяжелая для меня, для нее. Мой сын совсем недавно закончил высшую школу, еще не начал служить, а уже написал крамольные полицейские стихи. А? За что был осужден на 6 месяцев тюрьмы. Вы понимаете, какое препятствие снова возникает на пути к осуществлению ваших намерений, с которыми я, она, уже согласилась. Единственная надежда на вашу, на мою помощь, власти с вашим мнением считаются. Не будете ли вы так добры прийти ко мне как можно скорее, чтобы я лично могла вам, мне, все объяснить. С почтением, Софья Дамьянович. Ну, это же надо, а? Какой безбожник, да будет с нами Бог. Полицейские стихи пишут. Да ведь стихи существуют для того, чтобы их произносили нараспев. Вот, к примеру. О, приди, приди, любовь. Ну, никогда не видел, чтобы о политике говорили нараспев. И чем ты я сделал ход? Ну, слава Богу. Да? Сделай ход из меня. Как? А ты что? Не хочешь играть? Так что-то не играешь. А, почему? Что-то першит в горле, вроде как пушку поглотил. Что с тобой? Да ничего, я тебе потом объясню. А сейчас знаешь, Арс? Да. Арса вели заложить повозку. Мне нужно срочно ехать в город. Если ты мне не дашь повозку, я уйду в город пешком. Да-да-да-да, а когда пешком? Я тебе отказываю? Пожалуйста, да? Пожалуйста, только да. Поторопись к обеду. Да. Мы без тебя за стол не сядем. Да. Никола! 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 Нет его, а? Да. Напьется, спрячется в конюшне и спит лентяй целый день. Никола! Никола, артист Алексей Овечкин. Я здесь. Пусть немедленно запрягает повозку, только побыстрее, слышь? Слышу. Спроси его. А чего от него пахнет? Говорит, что много винограда съел. И почему это именно ему понадобилось писать полицейские стихи? Ну, неужели ты другой не мог написать, у которого, скажем, матери нет? Я... Че с тобой-то, Виченти? Ты мой лучший друг, но в этом деле ты мне помочь не сможешь. Да как сказать, а вдруг и помогу? Видишь ли, я... Старею. Ну, и эти болезни, ревматизм, вот. Ну, и мне нужен уход. Да. Понимаешь, растирание. Да. Да. Нет, я благодарен тебе, что ты пригласил меня сюда на виноградник, и я тут дышу воздух. Но ведь уход нужен? Нужен? Уход? Уход? Нужен? Да? Да. Да. Нужен, да. А кто за мной будет ухаживать? Вот в молодости я как-то упустил время жениться, а теперь... А теперь поздно. Поздно. Что? Почему поздно? Я ж могу жениться. И чем тебе, братец, я думаю, понял. Раньше ты думаешь, я же решил, а раз я решил, я женюсь. И главное, что я нашел уже, подыскал подходящую, хорошую женщину. Да. Хорошую, настоящую. Да. Собственно, а что ты имеешь против? Я? Ей-богу, ничего. Ничего. И должен тебе сказать, между нами я почти уже все. Уладил, да. То есть не совсем, но я ей сделал предложение, да. Да ну. Да. И как же она тебе ответила? Как? Да. Положительно, да. Да. Но правда она сказала, пока мой сын в доме, я не могу выйти за вас замуж. А мой сын, она говорит, учится в высшей школе. Вот он ее закончит и поступит на государственную службу, тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Да, но не успел он. Закончил эту высшую школу, как написал какие-то крамольные полицейские стихи, и власти его за это осудили на 6 месяцев заключения тюремного. А? Стихи ему понадобились, а? Ты подумай, какой безбожник. Да и эта твоя тоже. Которая? Да Зорка же тоже. Все время стихи читай, стихи читай. Ты у нее это выбей из головы. Стихи – это самая скверная вещь на свете. Да. Я не видел ни одного порядочного, умного, ну, скажем, вот чиновник, умный человек, который писал стихи. Да. Мария, артистка Ольга Аросева. Арса! Арса! А что, наша повозка уехала в город?
А? Иди сюда, я тебе сейчас такое скажу. А что такое? Ну и дела, загорелся ему вечно. Знать бы, кто ему голову морочит, и что он от меня все скрывал. А что случилось? Наша повозка повезла молодожена. А кого? Вечентия. Ты шутишь? А если б шутила, то чистая правда. Вечентия хочет жениться. Ты шутишь? Что ты говоришь? А то, что слышишь. Да ну тебя. Да ну поверишь ты мне в конце концов. Но ты же говорил, что он никогда не женится. Да. Ты говорил, что он даже обещал справить приданое нам нашей зубки. Ну, видишь ли, хоть мы и не самые близкие родственники, но более близких у него нет, так что мог он и нам и помочь, и позаботиться о Зорке. А если он женится? А если женится, то вот. Слушай, а на ком он женится? А кто его знает, на какой-то вдове. Да, теперь он от нас отойдет. Знаю, как это бывает, когда старый холостяк женится. Слушай, а что это у них начинается или уже все закончилось? И кто все это подстроил, а? А хоть бы и начиналось. Для нас все кончено. Артист Клеон Протасов. Смотрите-ка, братик с охоты идет. Несет что-то. Да. Смотри, как раз к обеду, а то у нас сегодня ничего к обеду вкусненького нет. Вот вам добыча. Правда, сегодня охота была не особенно удачна. Ну, пойду. Я пойду, похлопачу с обедом. На, тебе письмо с утренней почты. Арсен, идем-ка в дом поговорим. Не идет у меня все это из головы. Идем. Ну, пойду. Почему ты не распечатываешь письмо? Я бы ни за что не утерпела. А я знаю, что там. Пришел уже кто-нибудь из гостей? Нет еще. А где дядя Вичентия? Уехал в город. Так, значит, все утро ты была одна. Нет, я читала стихи Домяновича. Когда я их читаю, я никогда не бываю одна. Другие мне тогда даже мешают. Ну и сколько же раз ты их будешь читать? 100 раз. Без конца. Всегда. Потому что это прекрасные стихи. Да, между прочим, ты мне обещал привезти Домяновича. Я многих твоих товарищей знаю, а его нет. Интересно, его, наверное, все любят и уважают, правда? Ты никогда не видела Домяновича, а уже влюблена в него? Не знаю, не знаю, утверждать не могу, но все же. Что? Понимаешь, я много раз спрашивала себя, можно ли любить человека, совершенно не знаю его. Ну хорошо, а тогда что же это такое, если это не любовь? Без конца думать о ком-нибудь, засыпать с этими мыслями, рисовать во сне себе его образ, просыпаться с радостью, которая приносит только приятный сон, радоваться, воодушевляться, волноваться, гордиться, читая слова его души, если все это не любовь... Значит, ты влюблена. Дурак. Ну а как же иначе, если ты тоже стала поэтом? С тех пор, как ты начала читать эти стихи, ты не можешь говорить обычным языком. Я так откровенно тебе рассказываю о своих чувствах, я а думаю, ты... Я думаю, что все это еще не так серьезно. Я тоже так думала когда-то. Знаешь, даже пыталась посмеяться над собой, чтобы избавиться от всего этого. Но понимаешь, чем сильнее я хотела избавиться, тем крепче меня охватывало чувство. Ладно, на днях поговорим с тобой серьезнее, а сейчас сходи в дом... И принеси мне стакан кофе и газеты. Почему на днях? Я хочу поговорить именно сегодня. Я не могу ждать твоего на днях. Хорошо, хорошо. Только принеси сначала стакан кофе и газеты. Ребенок. Боже, как тянется время. Никола! Я здесь. Отнеси ружье на место. Угу. Да. Маркович, наперед знаю, что ничего дельного. Да.
Домянович? Интересно, что же... Он открыл свою тайну. Ну, а разве он не брат мне? Ну, конечно, он будет смеяться надо мной. Да правильно. Но с кем случалось такое? Любить и не знать любимого. Да, это письмо от Домяновича. И вот что он пишет. Дорогой Душин, ты, наверное, знаешь, что со мной случилось. Я получил за те стихи 6 месяцев тюремного заключения. Слышал, что из кассации ничего не вышло. И завтра, самое позднее, послезавтра, меня, наверное, арестуют. У нас с матерью есть причины, по которым я не могу этого допустить. И я решил бежать в Австро-Венгрию, где, работая в газетах, буду прозябать, пока не разрешат вернуться. Мне нужна твоя помощь. Я приду завтра тебе в виноградник и объясню, как ты можешь мне помочь. Завтра. Так это же сегодня. Может, он уже приходил и не нашел меня? А? Никола! Никола, где Душин? Побежал! Он туда! Я спросил меня, меня никто, говорит, не искал. Не искал, говорю, может, ты не видел. Как будто мне нужно 4 глаза, чтобы увидеть одного человека. Анович, артист Вячеслав Мельников. Знаешь, Жак, мы чуть было с тобой не разминулись. Приди ты чуть раньше, так бы и случилось. Именно этого я и боялся, и поэтому написал тебе заранее. Да, но я только сейчас получил твое письмо. Правда, оно пришло утром, но я был на охоте сегодня. Слушай, у нас нет времени. Я должен сразу объяснить свое положение. Так. Нам нужно будет сговориться, как представиться твоим. Затем я должен эмигрировать. Так, я в твоем полном распоряжении. Для этой цели Драгиша... Петрович? Да. Для этой цели он пойдет в Земун и постарается там найти какую-нибудь лодку. Ну, я заранее рассчитывал на тебя, и поэтому сказал, чтобы он привел лодку вот туда, под те ивы. Под те ивы? Так это же под нашим виноградником. Да. Но пока Драгиша все приготовит, пройдет день, два, три и даже 4 дня. Могу ли я рассчитывать на твое гостеприимство? О чем речь, Жарко? Хочешь 2, 3, даже 4 месяца? Но как к этому отнесется твой отец? А, отец. Нет, видишь ли, тут дело не только в отце. У нас всегда кто-нибудь есть. Как раз сейчас гостит один дальний родственник. Самый лояльный чиновник на свете. Ему бы, конечно, не понравилось, что это ты написал те стихи. Я боюсь, как бы тебе не помешало. Что же ты посоветуешь? А что, если не говорить, кто ты? Нельзя. Нельзя не представиться. И все-таки единственный выход для тебя, это не говорить, кто ты, а представиться под другим именем, а? Как ты думаешь? Да, пожалуй, так. Сохранить все в тайне. Слушай, Жарко, ты помнишь нашего школьного приятеля из Ягодины, Влайка Мицыча? Помню. Вот и возьми его имя. Влайка Мицыч. Да. Очень хорошая мысль. Нет, как здорово все придумано. Возьми мы какое-нибудь произвольное имя, мы могли бы и запутаться. А имя нашего друга Влайка Мицыча всегда придет к нам на память. Скажи, а кто-нибудь еще знает, что ты здесь? Нет, кроме Драгиши и матери никто. Но матери я все рассказал. Матери? Ну, матери это не важно. Нет, как здорово все придумано, а? Так запомни. Теперь ты не Жарко Домянович, а Влайка Мицыч. Дядя Вичентий приехал, наконец-то! Как раз к обеду. Я доченька чистенька. Мама! Мама! Что? Папа, мама, я хочу представить вам своего лучшего друга, школьного приятеля. Это Влайка Мицыч. Да, он приехал повидаться, мы с ним не виделись целый год. Это моя мама. Здравствуйте. Здравствуйте, сынок. Добро пожаловать. Как хорошо, что вы приехали. А теперь Душину веселее будет, а то все у нас один и один. Это мой отец. Да, весьма рад, весьма рад. Мы всегда рады гостям. А это дядя Вичентия, наш родственник и очень хороший друг. Очень хороший друг. А это моя сестра Зорка. Влайка Мицыч. Мне Душин рассказывал о вас. Простите, я здесь незваный гость. Мария. Что я у вас хотел спросить? Вы не из Белграда? Нет, Влайка родом из Ягодины. Вот как из Ягодины. Василий, как вы сказали, вас зовут? Влайка Мицыч.
В лакомице. Подожди. Мицич, а вы не сын ли Йовенчи Мицича? Да, его сын. Да, он его сын. Погоди. Сын Йовенчи! Что творится, боже мой! Сын Йовенчи, моего лучшего друга! Да я тебя люблю как родного! Сын Йовенчи! Смотри, какой! Слушай, сын Йовенчи! Мария, Мария, ну разве не судьба? Славля, я что увидел? Да, давненько я не видал Йовенчи. Слушай, что я хотел тебя спросить? Да. Сын Йовенчи. Что я хотел тебя спросить? Да. Ну смотри, здесь. Сын Йовенчи. Ты у Йовенчи, который ребенок. Кто я? Да. Единственный. Представьте, он у отца один. Один, да. А вот я помню, что у Йовенча было много детей. Семь, кажется. Что ты, семь? У него было 9 детей. А? Как, почему 9? 7, я тебе говорю. 3 дочери и 4 сына. Я тебе говорю, 9. 3 сына и 6 дочерей. Не правда ли? У него было 9 детей. Или 7? У него? У него не было... Ни 7, ни 9 детей, а 8. Да, нас было 8. 4 дочери и 4 сына. Да, нет, 3 дочери и 5 сыновей, неправда. Нет, что вы говорите, у него было 3 сына и 5 дочерей. Ну правильно, это так. Да, столько детей, а ты говоришь, один? А куда ж делись? А остальные? Не знаю. Погоди, как это не знаю? Ну подождите, ну не приставайте к нему с расспросами. Видите, как он потрясен? Да? Он не может вам ответить. Случилась большая семейная трагедия. Все его братья и сестры умерли. Боже милостивый. Неужели? Да, все умерли, да. Один он остался. Ой. Вечная память. Как жаль, что мы ничего об этом не знали. Вот что. Да? Не говорите с ним об этом ни слова. Да. Поговорим о чем-нибудь другом. Не расспрашивайте его ни о чем. И пойдем. Слушай, что я хотел тебя спросить, а? Скажи, пожалуйста, а что сделал Йовенчи с тем участком, который возле станции? Который возле станции? Да. Продал. В прошлом году продал. Погоди. Как же это продал, когда еще 7 лет назад государство реквизировало у него этот участок для железной дороги? Да, этот участок реквизировали. В прошлом году реквизировали. Ну, заплатили ему? Да, заплатили. В прошлом году заплатили. Да, подожди, как заплатили, когда я-то знаю, что... Государство возвратило ему этот участок еще. Верно, возвратило. Да. Он мне тоже об этом говорил, конечно. Да, возвратили. В прошлом году возвратили. Слушай, а как... Вот что с тем Ристичем, вот который судился с Йовенчи, он что, жив еще, а? Ристич? Да. Умер 3 года назад. Как 3 года. А я его в прошлом году видел. А тот жив, совершенно жив. Как это жив? А я слыхал, что он умер 2 месяца тому назад. Да, слушай-ка, я даже читал об этом в газетах. Как вы про того Ристича спрашиваете? Умер. Совершенно.
Ну, оставьте его в покое. Ну, не мучайте его, пощадите его. В самом деле, я же вас просила не говорить с ним ни о чем таком. Сыночек, мы вас даже в дом не пригласим. Пойдем, сынок. За свою жизнь я написал всего два стихотворения. За первые стихи я отсидел в карцере, и то же самое меня постигло после того, как я написал второе и последнее свое стихотворение. На этот раз меня привели не к директору гимназии, а к председателю окружного суда. И после того, как господин председатель познакомил меня со всеми примечательностями уголовного кодекса, он заявил, что на основании этого самого кодекса я приговорен к 2 годам тюремного заключения за оскорбление величества. Вот тут-то я и поклялся никогда больше не писать стихов. И до сегодня я стоически выдерживаю эту диету, и, как видите, она весьма благотворно отражается на моем здоровье. Ну, раз уж речь зашла о стихах, дадим слово Зорке, которая, как вы знаете, влюблена в поэта Домяновича, хотя никогда его не видела. Тебе печаль еще не прикасалась, ты не раба ее, о, вольная душа. Пой песню счастья, прочь прогнав усталость. Пой и люби, ведь жизнь так хороша. Вы читаете эти стихи с большим чувством. А разве можно их читать иначе? Конечно, нет, но вы их читаете с такой страстью, как будто говорите о собственных чувствах. Да, это верно. В каждом стихотворении, в каждой строке, в каждом слове я здесь встречаю свое чувство. Как вы осчастливили меня этими словами. Осчастливила? Разве не счастье встретить душу, способную понять ваши чувства? Душу, которая говорит, что чувствуешь ты, то чувствую и я. Но... Ах, да, вам странно, что я так говорю. Но, видите ли, я испытываю те же самые чувства, что и вы. И вы любите эти стихи точно так же, как и я? Люблю ли я их? Да не выражение моих собственных чувств, они слова моей души. Как я рада! Как хорошо, что я встретила человека, который понимает их точно так же, как и я. Знаете что? Давайте читать их с вами вместе. Хотите? Я всегда перед сном читаю вот это стихотворение. Я бы хотел стать твоим сном, чтобы и ночью меня не забыла, чтобы заря, занявшись за окном, светлой улыбкой нас разбудила. А потом вы засыпаете? Да. Скажите, а что вы видите во сне? Угадайте. Может быть, вы видите его? Кого? Домяновича. Да, я вижу его во сне. Очень часто. Всегда. А скажите, как он выглядит, каким вы его видите во сне? Мне это очень интересно. Почему? Ну, видите ли, он мой самый лучший друг, мы с ним неразлучные друзья. Одно тело и одна душа. То есть одно тело и две души. То есть я совсем запутался. Так вы хорошо знаете Домяновича? Конечно. Лучше меня его никто не знает. Скажите, а как он выглядит? Нет. Сначала вы скажите, каким вы его себе представляете? Я? Как вам сказать? Ну, я его себе представляю. В общем, он для меня человек необыкновенный. Как так? Так? Он не может быть обыкновенным человеком. А, я понимаю, вы говорите о нем как о поэте. Но в жизни, вы знаете, он такой же обыкновенный человек, как и всякий другой. Нет, нет, что вы. Он, который написал такие прекрасные стихи, он не может быть обыкновенным человеком. А, но... Вы знаете, вы ошибаетесь. Поэт тоже обыкновенный человек. Может быть. Может быть, поэт вообще. Но ведь он же Домянович. Он не может быть обыкновенным человеком. Вы знаете, я и других поэтов читала. Ну, правда, не столько раз. Они могут быть обыкновенные. Но ведь он же Домянович. Он не может быть обыкновенным человеком. Ну, хорошо. Ну, хорошо. А что, если бы он все-таки был обыкновенным человеком? Ну, если бы был, я его просто не полюбила. Как?
Значит, вы его любите? Нет. То есть... Извините, я сказала ерунду. Я люблю его стихи. То есть... Но мы с вами поговорим в следующий раз. Да. Твои черви из твоего виноградника возьми. Больше никогда я с тобой рыбу ловить не буду. Чем тут червь? Скажи, пожалуйста, почему я виноват, если мы ничего не поймали? Потому что не знаешь самого основного правила рыбной ловли. Ты не умеешь молчать. Как только мой поплавок начинает шевелиться, так тебе обязательно надо заговорить. Не надо, но вы понимаете... Не надо, а вот тех странно расспрашивать меня о моей жене. Да. Ноги озябли, и все зазря. Нет, мне надо жениться. Видишь ли, Викентий, я отец, поэтому должен обо всем думать. А ты мой друг и, так сказать, родственник. Ну, говори скорее, пока не клюет. Ишь, ну как тебе сказать, ну ты же обещался помочь нам, когда мы будем выдавать Зорку. Так, и что? Обещался, а тут дело все в судьбе. Так, видишь ли, тут как раз сын Йованчи приехал к нам в гости. Так. Понимаешь? Сын Йованчи, понимаю. Что? Ты верно говоришь. И мне он кажется славным малым. И причем из хорошего дома. Правда? Да. Так вот. Да. Если ты спрашиваешь меня, я тебе очень советую. Ну, я очень рад, что ты со мной согласен. Вот что, Викентий, я тебе сейчас все расскажу, что я уже сделал. Я это скажу даже от Марии, я тебе скажу. Видишь ли, брат мой, как только я увидел сына Йованчи, я тут же сел и написал Йованчи письмо, как старому другу. Неужели ты ему написал? Я написал, что его сын гостит у нас, что принял я его как родного. И в конце я пригласил самого Йованчи приехать к нам как можно скорее, ибо написал я, у меня есть одно тебе важное дело. А когда ж ты ему написал? Да еще вчера. И письмо ушло с дневным поездом. Он мог бы приехать даже сегодня ночью, если бы успел на ночной поезд. Он приедет, я его знаю. Он обязательно приедет, если не ночным, то уж дневным. Слушай, Викентий, так что я тебя попрошу? Да. Видишь ли, мне как отцу неудобно же навязывать своего ребенка. Если бы это сделал ты, как бы, ну, от себя, это же было бы замечательно. Не беспокойся. Я тебе покажу, что значит быть настоящим. Друг. Ты не беспокойся. Ты меня не учи. Да. Что надо? Ой, никогда не видел, чтобы с ревматизмом ловили рыбу. Ой, спасибо. Нет, мне надо жениться. Я отец Влайка, Мицыч из Ягодины. Артист вот. Георгий Менглет. Вот Арса мне пишет, что мой сын Влайка здесь, в гостях, а Влайка в Ягодине, жив-здоров. В чем дело, не могу понять. Знаю только, как 2 × 2 = 4, что Влайка в Ягодине, там, себе. Ну, спрашиваю у него, не знаю. Так посмотрю на него, ну там он. Что такое? Наверное, отдел нечистый, а? Стихи мои, вы нашли пристанище в самой прекрасной душе на свете. Вот здесь подчеркнула. А здесь подчеркнула дважды. Жарко, тебе письмо. Его принес посыльный из города. Это от матери. Мать спрашивает,
Ну да, спрашивают, нельзя ли ей прийти повидать меня. Конечно, пусть приходит. Ты думаешь, ей можно написать, чтобы она пришла? Конечно. А что получится с моей переменной имени, если она придет? А мы ей все объясним. Ты знаешь, нет, я все-таки напишу, чтобы она приходила в случае крайней необходимости. Ведь она подала просьбу о помиловании. Слушай, Жарко, а может быть мне самому съездить в Белград и все узнать? Неплохо бы. Ты знаешь? Тогда я завтра же еду в Белград. Хорошо у тебя в гостях, но мне хотелось бы, чтобы все это закончилось как можно быстрее. Не знаю почему, но именно сейчас мне хочется, чтобы меня помиловали. Скажите, пожалуйста, где Арса? Мой отец. Сейчас позову. Постой, ты что, его сын? Да. Ну, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, как поживаешь, что делаешь? Хорошо. А? Ну, ведь ты, кажется, учился в школе вместе с моим Влайком. С каким Влайком? Ну, как же, я ведь отец Влайка, Ницыч из Ягодины. Ницыч? Да. Отец Влайка Ницыча? Из Ягодины? Да. Не может быть. Что значит не может быть? Что ж, я не знаю, что ли, откуда я? Нет, то есть это, конечно, может быть. Нет, вот мне Арса пишет, что мой сын Влайка у вас здесь, в гостях. Так, да. А Влайка и дома в Ягодине жив-здоров. В чем дело, а? Ничего, сейчас мы вам все объясним. Да? Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Скажите, а вы точно из Ягодины? Ну, конечно, из Ягодины. Откуда же мне еще быть-то? Да. Действительно, тут есть одно обстоятельство. Сейчас я вам все объясню. Садитесь, пожалуйста. Да ничего, я уже сел. А, да. Нет, или вот этот господин, он вам лучше все объяснит. Кто я? Да-да-да. Я ничего не могу объяснить. Здесь загадка. Чего ты мне так делаешь? Какая тут загадка, понимаешь? Я уж хотел был пойти в полицию. А потом все-таки решил сначала заехать и к Арсу узнать, что к чему. Да, да, нет, вы очень хорошо сделали. Ну, что да. Сначала приехали сюда, да, а не в полицию. Сюда, да. Сейчас я вам все объясню. Ну. Итак, как вам известно, вашего сына зовут Влайка. 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 Ну, конечно, это мне хорошо известно. Да, дальше, да. Дальше. Да. Ваш сын действительно сейчас находится в Ягодине. Это сущая правда. Ну, это мне тоже известно. Слушай, ладно, где Арса? Нет, ну, потерпите, пожалуйста. Что? Все, в конце концов, объяснится. Все объяснится. Я позову отца, подождите. А сейчас, видите ли, из-за некоторого стечения обстоятельств, да, этот мой друг ненадолго, или лучше сказать, временно, является вашим сыном. Временно, понимаете? Да что вы, ребят, меня сейчас за дурака считаете, что ли? Что я не знаю, что ли, кто мой сын? Нет, и вы уж, пожалуйста, зарубите себя на носу. Никаких этих там временных детей у меня нету. Потерпите, пожалуйста. Все, в конце концов, объяснится. Да нет, ну скажи, ну где Арсет? Ну я хочу с ним объяснить. Ну, ну что? Все очень просто, вы только послушайте нас. Ну слушай. Видели, я и мой друг, так, лучшие друзья вашего Влайка. Так. И что самое главное, мы знаем и признаем, что ваш сын Влайка находится сейчас в Ягоде. Ну конечно, в Ягоде. Да. Ну а раз мы это признаем, все объясняется очень просто. Видели, этот мой друг, да, осужден за политику. Он иногда пишет в газетах. И все против правительства. Ну, а раз ему нравится, че, пускай пишет. Браво! Вы настоящий мужчина! Ну, а что касается принципов, то, знаете, я сам человек принципиальный. Браво, браво. Вот вы должны нам помочь. Вы должны это сделать ради принципа. Ради принципа. Слушай, ребята, а как мне вам помочь-то? Ну, я вам говорю. Мой друг осужден за политику на 6 месяцев тюремного заключения, да, который должен был отсидеть. Должен, правильно. Конечно, раз его власти осудили, что должен отсидеть. Должен, да. Правильно. Но он не хочет сидеть. Я не хочу сидеть. Не хочет сидеть. Почему? Он собирается бежать. Вот туда бежать. Поэтому он будет жить у меня до тех пор, пока будет готовиться побег. Да. А чтобы его здесь не узнали, он временно взял имя своего лучшего друга, вашего сына. Вот и все. Здорово. Молодцы, ребята. Стойте, ребята, а если у вас там что-нибудь не получится, и тогда что, мой сын наш с месяцев должен сесть в тюрьму, да? Нет, ребят, принцип принципом, но знаю. Но ведь полиция об этом имени не знает. Я назвался так только в этой семье. Это скорее шутка, это совсем невинно.
Нет, ребят, это уж не шутка, нет. Да нет, вы поймите, нет. Вы только здесь, здесь у нас временно должны признать его своим сыном. Вот и все. И все. Вы должны это сделать во имя принципа. Да, видишь ты как, да уж я и так во имя принципа натерпелся, знаешь. Но я не боюсь. Чтобы вы принесете себе в жертву ради принципа. Да, чего? Ты знаешь, как я на днях тут поругал своей женой. Я ей такое ради принципа. Смотри, пожалуйста. Николай сказал, что кто-то приехал. Но я сразу сообразил, что это ты. Здравствуй, Иванович. Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой. Здравствуй. Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Да. Вот это моя супруга. Здравствуйте. Очень приятно. Вот это мой сын. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а это Лайка, которого я тоже принял как родного. Здравствуй. Здравствуй, папа. Здравствуй. Ой, я уже говорил господину Митчу, что его сын Лайка чувствует себя здесь как дома. Да. Понедельник, это было для нас большим сюрпризом, когда мы узнали, что твой сын. Который? Помните, что принцип это самое главное. Да, да. Другими словами, господин Виченти говорит, как он был рад. Это был для нас большой сюрприз. Ну, если подумать о принципе. Да, конечно, вот так вот. Ну, садись, а, родной, ну как ты поживаешь? Я-то? Да ничего, ничего. Родной, Виченти, а как ты-то? Я так. Ты знаешь, постарел ты очень. А как супруга? Как ваша супруга поживает? Слушай, я вообще, что я хотел тебя... Спросите, это правда, что у тебя все дети, кроме Лайка, умерли? Я ведь об этом ничего не знал. Чё ты, типун тебе на язык? Чё ты, у меня шестеро детей. Шестеро? Да. А Лайк говорит, что он у тебя один. Это который Влайк? Минутку, один. Давайте разберемся. Да. Ваш сын Влайк. Помните, что принцип это самое главное. Да. Он действительно сказал, что он у отца один. Понятно, правильно. У меня еще трое сыновей дома. Так, погоди, как? Ну да, да, нас трое братьев. Я и еще двое. И вот это, да. Что это случилось? Вследствие не понимаю. Которая возникла из-за менее сложных и запутанных явлений, чем дети. Поэтому вследствие непониманий и произошло, или лучше сказать, получилось, либо из-за неправильно поставленного вопроса, либо неясного ответа, и родилось. Другими словами, господин Виченти, очень рад, и мой отец очень рад, что вы здесь, тем более, что здесь находится ваш сын, вы проведете день-другой в нашем обществе, посмотрите, как у нас хорошо, человек должен быть принципиально неправдивый. Да нет, я не отрицаю, но... Арса! Ну что же это такое, мы даже не пригласили войти в дом. Пойдемте. Я должен идти с ними, все идет не так гладко. Приятный мы вам сюрприз приготовили. Сюрприз? Ну да. И к вам же приехал отец. Да, действительно сюрприз. Да, теперь вам будет веселее. Мне? Напротив. Почему? В вашем присутствии я не могу быть веселым. В моем? Нет, то есть я говорю неправду, мне очень нравится, когда вы здесь. Но все же... Но все же вам больше нравится, когда меня здесь нет. Ну, говорите, говорите, чего же вы не договариваете? Да нет, что вы. А тогда что же означает ваше «но все же»? Это означает, что ваше присутствие напоминает мне о моем тяжелом, невыносимом положении. Я не понимаю. Вообразите себе человека, который должен подавить свое собственное «я», должен не договаривать, спорить с самим собой, уступить свои собственные чувства другому, который вообще... Я все еще плохо понимаю. В общем, этот Домянович мне ужасно мешает. Домянович?
То есть я ему мешаю. Нет, 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 что вы. Домянович остается моим самым любимым поэтом. А ваше присутствие мне очень приятно, потому что вы тоже любите стихи Домяновича. Только поэтому? Да. То есть, ну, я не могу сказать, что только поэтому, но это делает ваше присутствие еще более приятным. Или, может быть, вы не любите эти стихи, а читаете их только для того, чтобы угодить мне? Как бы я был счастлив читать их с вами всегда. Поверьте, эти стихи... Крик моей души, это мои самые лучшие, самые искренние чувства. Меня восхищает, что не нашли отклик в такой прекрасной душе, как ваша. Ну вот, вы снова стали говорить непонятно. Разумеется. Разумеется, я и сам чувствую, что я говорю ерунду. Это все мое невыносимое положение, из-за которого я вынужден говорить ерунду. Вы бы меня сразу поняли, если бы я мог открыто во всем признаться. Ну и признавайтесь. А зачем дело стало? Ну, нельзя, сейчас никак нельзя. Ну, может быть, через день, через час, я не знаю когда, только я знаю, что я должен с этим покончить. Если не ради чего другого, то только для того, чтобы сказать вам... Что? Послушайте, вот здесь, среди стихов Домяновича, есть одно, которое может быть... Прочтите, пожалуйста. Если б я смел, если б силы имел пред тобой свое сердце раскрыть, но я только молчу, одного лишь хочу, чтобы взгляд мой умел говорить. Если б я все это мог вам сказать. А почему вы не можете? Если б я смел, если б силы имел. Ну вот видите, можете. Ну продолжайте, продолжайте. Если б я смел, если б силы имел пред тобой свое сердце раскрыть. Правильно, ну продолжайте, продолжайте. То, что я хотел сказать, я сказал этим. И вы? Вы хотели сказать именно это? Да. Сказать кому? Вам. Мне? Я вас понимаю все меньше. Разумеется, я и сам чувствую, что я говорю бессмыслицу. Это все оно мое невыносимое положение. Вы бы меня сразу поняли, если бы я мог открыто... А я всегда говорю открыто. Вы мне открыто признались, что любите Домяновича. Ну, ну а если бы я его действительно любила? Тогда мне нужно было набраться смелости. Вам? Да, потому что я вас люблю. Я не сумел сказать об этом красиво. У меня не хватило прекрасных слов, я человек неискусный. Простите меня за то, что я так грубо, так просто сказал вам об этом. Я поражена. Эти чувства нахлынули на меня внезапно, то ли потому, что вам нравятся эти стихи, или благодаря вашим словам, что вы любите Домяновича. Но мои слова? Они вселили в меня слова. Они? Ну, раз уж вы были со мной так откровенны, я тоже буду с вами откровенна. Не могу скрывать, что вы первой заслужили у меня такое доверие. Я даже могу вам признаться, что вы могли бы стать моим хорошим искренним другом, но... Но как же вы могли, зная о моих чувствах Домяновичу, делать предложение, ставящее в неловкое положение и вас, и меня? Да потому что нет никакой разницы между Домяновичем и мной. Нет разницы? Да ведь Домянович поэт. Он написал эти прекрасные стихи. А вы ходите, говорите, едите, пьете, как все обыкновенные люди. Вы просто обыкновенный человек. Присутствие здесь становится поистине странным. Я здесь и Домянович, и не Домянович. Здесь и сын господина Йованча, и не сын. Здесь обыкновенный человек, и необыкновенный человек. Нет, я не могу больше играть эту роль. Я сам себе кажусь робким, неловким и даже низким, обыкновенным человеком. Я просто убегу. Ну, в конце концов, такой обыкновенный человек, как я, может это сделать? Вот. Вот в этом-то, дорогой Йовичев, все и дело. Я ничего не говорю, но... Дядя Вичентий! Дядя Вичентий, я вас везде ищу. Я приготовила вам отвар бузины. А? Отвар бузины? А у тебя что, ревматизм? Нет. А. Видишь, девушка, она хорошая. Да я ничего не говорю. Твой неплох. Да. И, ну, ты согласен... Поцелуемся и... Постой. А?
На что я согласен? Да ты что, ты проснулся, что ли? Ой, если б ты только знал мои мучения. Ух, страшные мучения. Да сейчас, сейчас женить наименьшее мучение в жизни. Да? А чего ж ты сам не женишься? А ковыляешь со своим ревматизмом по свету, как побитая кошка? Как ты? Чего? Ну что ты? Как ты ковыляю? Да так вот и ковыляю. Как ковыляю я? Я очень даже хорошо хожу. Да нет. И ревматизм у меня почти не болит. Ну и хорошо. И кстати, я у тебя. Ну? Я сам женюсь. Кто? Да. Ты? Я, да. А что ты смеешься? И не переспрашивай, пожалуйста. Ну и переспрашивай. Ну и хорошо, ну и жени себя на здоровье, будь счастлив. А чего тебя других беспокоить? Да как же чего беспокоиться? Ты мой друг. Арс мой друг. Я хочу, чтобы вы породнились. Вот. И дети у вас хорошие. Красивые. Да. Кстати, Ёвыч. Знаешь, этот-то... На тебя совсем не похож. Ну, конечно, не похож. А на кого же он похож? А? Откуда же я знаю на кого? Я сам хотел знать, на кого он похож. А как так? Да так. Разве я сам знаю как? Нет, ну вообще, конечно, бывают же дети, которые ни на кого не похожи. Ну да. Ну и бывает. Бывает. Ну вот. Значит, сейчас позовем Марсу, ты согласен, уладим дело. Ой, влип я женить чужих детей, а? Ну, о чем ты? Ты знаешь, я думаю, взять свой чемодан, да и уйти туда, откуда я пришел. Как, ты что ж мне и ответ не дашь? Значит, я тебе оттуда отвечу. Как ты? Оттуда? Оттуда. Ага, ты хочешь с женой посоветоваться? А? Да, я с женой хочу посоветоваться. С женой. Вот поэтому я уже сегодня хочу уехать. Вечерним поездом. А ты сиди. Нет, сиди, а я пойду уже приготовлюсь. Ой. Ну, Виченьки, как? Ну? Арса, дай-ка мне руку. Мария, дай-ка мне руку. Нет, вы знаете что? Арса, Мария, не давайте мне рук, дадите, пусть только придет ответ из ягодины. Как это из ягодины? А зачем это ему вдруг понадобилось ехать в ягодину? А он поехал с женой советоваться. Ну, ребенок-то не только его, но и ее. Вот, а вот абсолютно согласен. Да. А не хочет ли он увильнуть от ответа? Может и так. Может. Да. Может. Я не говорю, что не может. Какое? Виченти. Да? И теперь он по всей ягодине будет рассказывать, что мы ему навязывали нашу Зорку. Да. Одно дело, если бы он сразу согласился. Да. А другое дело, он поедет туда и будет думать там. Да. Вот что я думаю. Надо задержать его и ни в коем случае не дать ему уехать. А сноха вот в это время напишет письмо его жене, чтобы она срочно приехала сюда. Подожди, Виченти, но я же не знаю его жену. Да, я с ней просто не знакома. Пускай Виченти за тебя напишет. Виченти, значит, надо написать так. Да. Значит, пиши. Значит, дорогая госпожа, так-то и так-то. Ваш муж и старший сын гостят у нас. Вот. Мы, значит, просим вас приехать к нам как можно скорее.
Сергея. Да. Ибо у нас к вам есть одно важное дело. А? Не важное, а семейное. Семейное. Не хочу я, чтобы надо мной больше комедию разыгрывали. Хоть я и человек принципиальный, но никому не позволю, чтобы надо мной делали какую-то дрессированную мартышку. Лайка! Лайка! Где же Лайка? Лайка, ищу его по всему винограднику. Лайка! Вы куда? Да я, брат, домой, а вот ты куда? А я с вами тоже. Зачем? Смотри, пожалуйста. Уже договорился. Нет. Никуда вы не поедете. Никуда. Оба здесь останетесь. Нет, вы меня отпустите. А здесь пусть остается вот это. Ой, я не могу, вот этот вот мой сын. А мне домой надо. Если даже мой папа поедет, останется, то есть... то я все равно должен ехать. Я должен ехать. Я вообще никуда не поеду. Оба! Я появился не один. Нас было трое в одном сердце. Жизнь первого проходит в заботах, второго в слезах, а третий выбрал смех неразлучным спутником своим. Смеясь, проходит он по жизни. Жили мы в одном сердце, но пути у нас были разные. По прошествии лет встретились все три путника в той самой душе, из которой вышли, и подвели итог тому, что видели в мире. На вопрос, познал ли ты жизнь, через которую прошел, первый ответил «нет». Слезы заволокли мне глаза, ничего я не видел, ничего не мог познать. Второй ответил «нет, придавили меня заботы, головы от них поднять не мог я». Тогда слово взял тот, кто всю жизнь смеялся. Челюсти мне свело от смеха, так много на свете смешного. Чем больше я смотрел на жизнь, чем больше узнавал людей, тем громче смеялся. Нет, это не смешно, а страшно. Ну да-да, страшно. Потому что я испытываю страшную ревность к Домяновичу. Мне остается или совершить новый побег, или же сознаться ей. Ну да-да, сознаться, что я Домянович. Но я этого не могу сделать, потому что я разочарую ее и потеряю то, чего уже добился. И поэтому, чтобы укрепить ее любовь к Домяновичу, которого она не знает, я должен завоевать ее любовь к себе, обыкновенному человеку, которого она знает. Виченти, ну поторопись, повозка готова. Ну, знаешь, Надю, что тебе ехать не следует. Как это? Ну мы же с тобой договорились. Ну договорились, но мне нужно срочно ехать в город, потому что я снова получил письмо, мне нужно заняться делом этого безбожника. Погоди, Виченти, да? Ну не можешь же жена Йованча, госпожа Митич, бегать с тобой по министерству и ждать, пока ты закончишь свои дела. Нет, давай договоримся так. Ты поезжай по своим министерствам, а я поеду за женой Митич. Ну что же вы стоите, повозка готова, идите скорее, идите. Видел? Отец и дядя Виченти уехали в город. Почему Виченти тоже уехал, никак не пойму. Мне все равно. Слушай, Жак, а может мне съездить в Белград, все узнать, и я привезу тебе решающий ответ. Или помилование, или изгнание. Или. Ну вот, наконец-таки я вас одних застал, ребята. Что же это такое, а? Ну что же вы со мной делаете, ребят? Ну честно, я даю вам слово. Я больше так не могу. А мне, думаете, легко? Да какое мне до тебя дело? Я человек семейный, у меня фирма, можно сказать, человек
солидный. А что ли я, выходит, приехал сюда разыгрывать какую-то дурацкую комедию? Ну, скажи, ну почему? Ну почему? Из принципа. Да почему я из принципа должен врать? Почему? Ну скажи, ну разве... Ой, я не могу. Ну разве он мне сын? Да нет. Когда я ему мать его глаза не видел. Я не могу так, ребят. Я все расскажу всем, сегодня всем. Никакой я не отец и никогда им не был. Заберу свой чемодан и в дорогу, а вы ищите другого отца. Ну, потерпите, пожалуйста. Чего потерпите? Все объяснится. Все объяснится сегодня. Мы примем всю вину на себя. Но тогда мой друг и товарищ Влайка будет спасен. И что самое главное, да, вы останетесь непоколебимы, как скала в своих принципах. А скажи, а сегодня все объяснится? Конечно, конечно. Ты смотрите, ребята, ведь что мне больше всего я боюсь? Чего? Ведь я боюсь, что вот все эти люди не подумали бы, что я какой-нибудь проходимец, понимаешь? Это нет, но есть, конечно, сегодня все объяснится, что я могу потерпеть. Поверьте, могу. Мне тоже это очень неприятно. Да ну ладно, я сказал, что могу потерпеть. Ну что ты мне это все говоришь, говоришь, что у меня детей, что ли, своих нет? Он мне будет рассказывать. Мне не надо, это я все сам знаю. Только уж вы объясните всем, что я не ради собственного удовольствия вот эту комедию разыграл. Да боже сохрани, понимаете? Чтобы даже пылинка упала на вас. Да, что вы? Вы даже да. прославитесь тем, что принесли такую жертву. А что может быть? У нас в Сербии кто не по-людски поступает, то, знаешь, как всегда прославляется. Я мир пред тобою раскрою, где правит любви закон, где сон становится явью, а явь превращается в сон. Вам, наверное, снится сон? Да, сударыня, я действительно видел сон. Мне явился прекрасный ангел, похожий на вас. Он мне говорил таким звонким серебристым голосом, голосом, которым вы читаете эти стихи. И что он говорил? Он говорит, ты не Влайка Мицыч, а ты Жарко Домянович. А как же это может быть? Ну, на самом деле, если бы я действительно был Домянович. А ваш отец? Ну его к черту этого отца. Что? Ну, все-таки, правда, если бы я на самом деле был Домянович. Ну, знаете, вот этого я уж представить никак не могу. Ну, а вы попробуйте. Ну, хорошо. Представим. Если сейчас я уже как Домянович повторю вам то, что говорил вчера. Не знаю. Ответьте. Ответьте, прошу вас. Любили бы вы меня тогда? Ну, да. Я бы вас любила. Но я же ведь обыкновенный человек. Как же быть? Не знаю. Вот видите, вы все отделяете еще поэт от обыкновенного человека. А когда между ними надо поставить знак равенства. Может быть, когда-нибудь. А сейчас не могу. Ну, вы попытаетесь. Ну, хорошо, ну, пусть я не Домян. Но поверьте, он такой же обыкновенный человек, как и я. Он ест и пьет, как и я. Так же ходит, так же спит, так же одевается. Так же говорит, вы знаете, у него такой же голос. И если хотите знать, у него даже такая же шляпа. В общем, я вас предупреждаю. Если вы не хотите разочароваться, вы должны примириться с этим и полюбить обыкновенного человека. Скажу вам откровенно. Вчера, когда вы мне признались, я... Ну, я пыталась примириться с этим. Пытались? Да. Благодарю вас. Поверьте, ему, Домяновичу, была бы дороже любовь, которую вы питали к нему, как к обыкновенному человеку, а не как к поэту. Послушайте, послушайте, вы спустили меня с небес на землю. Да, да. Чтобы найти дорогу в жизни, нужно спуститься на землю. Здесь, среди людей, лежат жизненные пути. Здесь их надо искать. Так что же,
По-вашему, значит, моя любовь к поэзии была заблуждением? Нет, нет. Обыкновенный человек, он тоже не должен быть таким уж обыкновенным, как вы его себе представляете, будто он только ест, пьет и спит. Обыкновенный человек, он тоже должен быть возвышенным. Ну вот разве я, вот которого вы считаете обыкновенным человеком, разве я не умею мечтать? Разве я не понимаю стихов Домяновича? Разве у меня нет горячих чувств? Да, да. Вот видите, вы говорите «да», а когда я вам признался в своих чувствах, вы обошлись со мной так безжалостно. Может быть, я и ошиблась. Ошиблись. Конечно, ошиблись. Значит, вы примирились с тем, что можете полюбить обыкновенного человека. А я еще не знаю, примирилась или нет. Только одно условие. Вы должны знать, что Домяновича я тоже люблю. Любите его. Я был бы самым несчастным человеком, если бы вы его не любили. У вас какая госпожа из судя. Кого, меня? Софья, артистка Нина Архипова. Сынок. Мама, вы? Еле дождалась. Мама, извини, пожалуйста. Это моя мать. Здравствуйте. Я так рада. Такая неожиданность. Мама, я самый счастливый человек на свете от того, что могу представить тебе сестру моего друга Душина. Очень приятно. Извините, я сейчас же пойду скажу маме. Постойте! Мама, а теперь выслушай меня, пожалуйста, да, чтобы не было недоразумений. Угу. Меня здесь зовут Влайка Ницыч. Как? Ну, это было нужно для моего спасения. Здесь есть один господин из Ягодины. Он мой отец. Боже, жарко. В действительности он же не мой отец. Это так было нужно для моего спасения. Ты же сама знаешь, что у меня не отец. Ну, конечно. Я же 12 лет вдова. Чего это ты все говоришь, как невнятно? Почему? Что ты говоришь, что приехала моя жена? Да, сударь, да. Приехала жена. Жена? Жена, да, жена. Где моя жена? Скажи, что вот это моя жена. Это жена. Здравствуйте. Это моя мать. А это, мама, мой отец. Как? Нет, ну, как вам, сударыня, известно, в действительности я, конечно, не его отец, но это вы уж понимаете. Вот. Нет, это просто у него такая привычка брать себе кого-нибудь в отцы, в матери. Может, конечно, и вас-то он взял себе в матери, а вы тут ни при чем. Вот в чем все дело. Да. Я случайно присвоил имя сына этого господина, чтобы скрываться здесь. А его случайно пригласили сюда в гости. Да. И вот, чтобы спасти меня, этот господин был настолько добр, настолько великодушен, что согласился играть роль моего отца. Я благодарю вас, сударь. Пожалуйста, я это делаю с большим удовольствием. А теперь ты, мама, будешь играть роль жены этого господина. Чего? Временно. Ты что это? Временно. Комедия, что ли, разыгрывается дальше, понимаешь? Как же эта госпожа может быть моей женой, когда мы, так сказать, чего ты болтаешь? Ну, временно, понимаете? Вот. Мало того, что до сих пор у меня временно был сын, теперь я еще и временно жену заимел. В призвании артиста особенно приятно то, что он может служить обществу и выполнить свой долг, надев на себя маску. Конечно, то же самое в жизни делают и все остальные, а разница между ними и артистом заключается лишь в том, что артист надевает на себя маску, соответствующую его роли, на эгоизм одевает маску эгоизма, на подлость маску подлости, на злобу маску злобы, а в жизни все происходит иначе. Там роль играют одну, а маску надевают другую. Любящий наживаться, например, прикидывается бескорыстным, тупой мудрецом, а беспринципный человек непременно хочет предстать принципиальным.
Ваша супруга, не правда ли, очень... Простите, это которая супруга? Моя мать. Жена моего отца. Я говорю, вы так хорошо выглядите. А сколько лет вы уже замужем? Я, сударыня, ведь уже вот... 26 лет. А я уже 27 лет как женат. Вы, наверное, сударыня, выходили замуж в тот год, когда у меня уже первый ребенок родился. Папа, вы же неправильно считаете. Чего? 13 и 13 будет 26, 26, а да. не 27. Так же, как 12 и 14, 15 и 28, 28 и 45, 98 и 95 будет 26, не 20. Эти цифры всегда вводят в заблуждение. Как это так? Вы знаете, я говорю, так хорошо вы выглядите. Никогда не скажешь, что вы родили столько детей. Только одного ребенка. Маловато, маловато. У меня уже шестеро детей. Вот. Не знаю, что случилось с моей матерью и отцом. Вы знаете, они все перепутали. Почему? И как это мама не благодарила госпожу Марию за гостеприимство? Да, действительно, сударыня, ведь не только мой сын, но и мой муж у вас в гостях. А что, и ваш муж уже приехал, да? А я его что-то не видал. Мой отец ужасный шутник. Он очень любит подшутить над матерью. Я это заметила. Это верно. Постой. А кто это шутник? Я так, в общем говорю. Ну, если в общем, то конечно. Я говорю, вот как, вероятно, для вас было таким сюрпризом встретить здесь вашу жену. Да. Ага. А мой муж, Арса, он поехал за вами на станцию, но... А я не была на станции, сударыня. Как? Мама. А вы разве не приехали утренним поездом? Мама, если ты приехала из Ягодины, значит, ты приехала утренним поездом. А, да. А чего, постойте, вы что, тоже разве из Ягодины? В действительности, конечно, моя мать не из Ягодины, нет. Но когда она вышла замуж, она живет в Ягодине. А, ну да, когда она из меня. Да, то есть. В принципе. Ну да, конечно, она в Ягодине. Итак, этот безбожник помилован. Это было очень трудно. Я не застал ее дома, но оставил ей записку, чтобы она знала, что я это сделал. Только ради нее. Теперь же моей женитьбе ничто не помешает. И у меня вот даже как-то ревматизм меньше болит. А, с вами сейчас мать и отец, но за все это время вы не обмолвились со мной и словом. Простите, я совсем было потерял голову. Прощаю. Прощаю, потому что приучаюсь любить ваши слабости. И еще потому, что вы обыкновенный человек. Благодарю вас. Дядя Алексей, ты знаешь, кто там еще приехал, а? Жена господина Митрича из Ягоды. Арша, где же Арша? Арша поехал на станцию ее встретить, но я не знаю, куда он девался, а? Ага, понятно. Ты знаешь, она такая красивая и умная, умная женщина. Но я ей еще ничего не говорила. Да, ну ты не говори, если уж я взялся, я доведу это дело. До конца, пожалуйста. Да. Вот ты все сделал для себя, а теперь помоги и нам. А? То есть? А ты мне скажи, да. Кто все-таки тебя сосватал, а? Меня? Да. Все сам. Ну да. Все сам. Да. Сам нашел да. женщину, сам решил жениться. Она хорошая. Вот ты видишь, красивая. Красивая? Умная. Ну, идем, да? Нет, слушай, ты меня не уговаривай. Слушай, братец, ну кончай ты эту историю побыстрее. Ну, не могу больше. Вот что хоть... Ну, правильно, правильно. Мама, какие новости? Ты будешь скоро помилован. До него хлопотал мой большой друг. Да? Ну, вот видите, все скоро закончится. А пока я вас очень прошу, потерпите, пожалуйста. Немножечко еще можно... Ooh.
Терентия, друг дорогой. Вот познакомься. Да. Это моя жена. Ой. Что? Чего? Эй, как? Что ты говоришь, Ёлыч, брат мой? Ну как? Да. Я тебе просто говорю, что вот познакомься, моя жена. Как? Господа, слушай, что это значит? Видите ли, да. Сударь, да. Ну, понимаете, тут произошла одна вещь. Какая вещь? Тут никакой вещи быть не может. Нет. Кстати, почему это, понимаешь, не может? Нет, может. А я говорю, не может. А я говорю, может. А я говорю, не может быть вещи, потому что это дама, вдова. Что вы говорите, господин Виченди? А как это моя мать при живом муже может быть вдовой? Да. Никаких объяснений! Это дама вдова! Я прошу вас! Она вдова! А если нет, то она должна быть вдовой! Скажи, Ёлыча, скажи мне откровенно, ты уверен, что это... Дама твоя жена. Ну, что касается уверенности, то, конечно, я не уверен. Да? Нет, но видишь ли... Сударь, я... если бы вы немного потерпели... Терпеть? Мне терпеть? Нет. Ну, что ж мне терпеть? Ну, постите. Да. Каким тоном вы, сударь, разговариваете с моей матерью? Убери. Я о Тоне поговорим потом. Но тут вопрос стоит главный. Я не знаю, в чем он заключается. Сударь, успокойся. Я прошу вас, сударь. Успокойтесь. Ведь вы поймите, сударь, не может же одна и та же женщина быть и женой, и вдовой. Вы мне скажите прямо, жив ваш муж или не жив ваш муж? Слушай, что касается меня, то я точно жив, вот он я. И ты берешь грех на душу, думаешь, что меня нет в живых. Что тут? Кто же жив? А кто не жив? Я жив. Я жив. Если он жив... Значит, она не может быть вдовой. Если она жена, значит, у нее должен быть живой муж. Если она вдова, то у нее не может быть живого мужа. А, Виченти, что? Я ничего не понимаю. Артистка Галина Степанова. Сюрприз. Ёлыча, иди сюда. Чего ты? А ну скажи, пожалуйста, ты моя дорогая. Че, я с ума сошел, зачем? И тебе сюрприз. Да? Да. Вот у меня где сюрприз. Теперь уж давай я тебе сделаю сюрприз. Давай, вот, давай. Ты познакомься, вот это моя жена. Твоя жена. Да. Ёлыча, проклятая жена? Дорогая моя! Боже мой, что здесь происходит? А я вам скажу... Что здесь происходит? Этого человека две жены. Ой. Одна для лета, а другая для зимы. Ёлыча! Проклятый! Проклятый! Паразит! Послушайте, люди добрые! Я все-таки честный человек. Нет, я больше так не могу. Не, никакой я не отец. И никакой жены у меня нет. А? Это что, что? Что? Отказываешься? Нет, ты меня от не понимаешь. Жены подожди, я тебя не сижу. Подожди. Боже мой. Видишь, какой ты человек. Мало тебе одной жены.
Так ты ж чужую прихватываешь, которой я посватался. Что? Да, да. За нее. Есть хотите знать. Мам, вы? Сынок, я тебе все потом объясню. Постой, постой, я уже, кажется, совсем уже готов. Нет, как же вот это? Госпожа, может быть, твоя женой, когда ты сам мне говоришь, что меня уже ку-ку нет в живых. Он спрашивает, как может? Да ты же сам мне сказал, что вот она твоя жена. Постойте, постойте! 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 В этой путанице виноват я. Я не сын этого господина. Правильно. Он мой отец. Правильно, правильно. Как же так, а? Меня зовут не Влайко Мицыч, а Жарко Домянович. Жарко! Жарко! Друг мой! Удача! Ты помилуй! Ой, Господи! Ой, теперь объясните, пожалуйста, мне, кто кому муж, кто кому жена. Кто кому сын, а кто кому отец. Арса, известно только одно. Я твоя жена. С нами-то ясно, еще же я не могу разобрать. А кто кому муж, а кто кому жена. А? Вот и покачаемся, персочка. Но теперь, родная, ты же знаешь, что ты действительно моя жена. Там другой-то нет у тебя? Да не дай бог! Я жена господина Веченти, а? Или во всяком случае буду ею? Да! Действительно, Домянович! Да, я. И вы написали эти стихи? Да, я обыкновенный человек. К тем же причинам и при тех же обстоятельствах, что и герои этой комедии, мне тоже пришлось прятаться в белградском винограднике по чужим именем. Только тогда действие продолжалось всего 20 минут, то есть только сколько длилось посещение лица, перед которым я не осмеливался предстать под своим настоящим именем. Этот случай в дальнейшем и был мною положен в основу сюжета этой комедии.